Ладно. Давай скажем сказку. Давай скажем сказку по ему голосу. Бе. Хорошо. А что мы говорим ребятам? Привет. Ребятам на канале и на канале Владик Кот. Да. Бека мой овечка. Да. А сегодня что мы будем делать? Фруктовый салат. Да, фруктовый салат, в котором очень-очень много витаминов. И Влад вам расскажет, какие ты взял фрукты. Это что? Дыня. Дыня, правильно. Это что? Малина. Да. Персик. Абрикос. Абрикос. Да, а это? Персик. А это персик, да. Это наши основные ингредиенты. Еще у нас будет один волшебный ингредиент. Какой? Ну, сейчас мы и узнаем в конце видео. А если вам очень интересно, тогда смотрите наше видео до конца. Да? А Влад, а кто тебе помогает? Игрушки мои новые, конечно. Хорошо. Сейчас я буду помогать Владу делать нарезку, и мы будем смотреть. Он из духовки. Да. Что у нас получается? Нарезаем дыньку. Да, нарезали дыньку. Тебе кто помогал? Да, друг. Да, что мы дальше делаем? Возьмем абрикоску. Да, мы порезали абрикоску, Влад ее бросает в мисочку для салата. Угу. Да, что еще бросаем? Маленькую. Малинку. А что еще добавляем? Персик. Персик. Да. Да, еще что? А еще? Ну, еще добавляю абрикосок, персиков, малина. Да. Фруктами салат не испортишь. Фруктами салат не испортишь. Никак, никак. Да, мы насыпали много-много фрукты. А что это? Мороженое. Это наш секретный ингредиент – мороженое. Наш салат нужно заправить мороженым. Духа оно останется? Не страшно, когда оно останется? Нет, не страшно. Оно будет супер фруктовое и даже полезное для горлышка, если оно чуть-чуть растает. Так что сейчас мы будем заправлять наш салат. Пока на канале Владик Кот. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем... Пока! И... приятного аппетита. Я поделюсь с бабушкой. Конечно, ты поделишься с бабушкой.